Что мешает твоему прогрессу? В ванной в 5 утра. Первое и самое главное – недостаточная концентрация на днище, парня. Ты приходишь в 5 утра просто что-то поделать. Тут подергать. Огромные яйца потных мужиков. Там чуть-чуть поприседать. И все. Вместо того, чтобы долбить сутками, парня, ты с кем-то болтаешь. Или сидишь в телефоне. На порно-сайте. Ну, это же порно. Это важно. Ну, не в ванной же. Дома будешь смотреть порно. У тебя нет никакой цели. Ты не ставишь себе задачу долбить до долбаного отказа. Ты просто ходишь.